После инспекции амбулаторий в Барвихе к Андрею Иванову подошла группа местных жителей. Люди озвучили главе целый ряд вопросов. При этом решать накопившиеся проблемы сейчас фактически некому. Из-за политического кризиса местный совет депутатов распущен, а глава поселения покинул свою должность. Андрей Иванов предложил Александру Гусеву принять участие в предстоящих выборах совета депутатов Барвихе, подчеркнув, что в Одинцово огромный объем работы, но мэр города эффективно с этим справляется. И он уверен, что на выборах жители Гусева поддержат как человека, способного навести порядок. Зная ситуацию в Барвихе, зная ситуацию, которая колышет просто это сельское поселение уже на протяжении многих лет, я бы сказал, это не последние полгода, это давно идет уже постоянно. Одна часть власти пытается взять власть у другой части власти, одни депутаты с другими, ну и так далее, и так далее. Вы это все знаете. Я дал свое согласие баллотироваться только с одной целью, чтобы навести здесь порядок. В плане организации, работы муниципальных служб, организации и создания этих муниципальных служб, которые должны быть созданы. В Барвихе кризис власти, и ее могут спасти исключительно знания и опыт управленческой работы. На встрече с жителями, которая прошла в форме открытого диалога, Александр Гусев отметил, что для него каждое предложение жителей по наведению порядка в поселении важно. Сначала мэр Одинцова рассказал инициативной группе о том, что есть в Одинцово и что, на его взгляд, необходимо изменить в Барвихе. По словам Александра Гусева, деньги надо тратить с умом и равномерно, учитывая запросы жителей. Мне нужна ваша поддержка, чтобы вы видели во мне будущего главу. Если увидите во мне будущего главу, значит, будет все нормально. Жители рассказали о тех проблемах, которые наиболее остро стоят в Барвихе. Это аварийное состояние котельной, расселение из ветхого жилья, очередь в детский сад, нехватка продуктовых магазинов и парковочных мест, отсутствие зон отдыха. Я иду работать сюда. Работать и пахать. Причем вместе с вами. Один я ничего не сделаю, вместе с вами. Один из вопросов, заданных Александру Гусеву, как он относится к общественному контролю за деятельностью органов власти и местного самоуправления. На что он ответил, что в Одинцово, как мэр, он каждый день ведет прием, рассказывая людям о проделанной работе, при этом решая многие вопросы людей. Он также подчеркнул, что в поселении необходима поддержка пенсионерам и малоимущим, наличие института уполномоченных домов, развитие социально-культурной жизни. Команде, в своей команде молодых людей, активных, которые вот способны и хотят, горят желанием что-то делать, не просто что-то, а улучшать. Каждый молодой человек, который приходит со своей идеей, я вам 100% говорю, потому что, к сожалению, молодых людей сегодня, которые вот стремятся что-то сделать, их очень и очень мало. Поэтому каждого обязательно помогать, потому что молодому тяжело определиться. В ходе встречи участники пришли к единому мнению. Важно, чтобы было налажено взаимодействие между властью и населением, и что Барвихе нужна грамотная и профессиональная команда, которая в короткий промежуток времени могла бы решить ту или иную проблему. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово». Помогаем каждый год.